Тысячи жителей Петербурга вышли на Марсово поле на митинг против передачи САКИ РПЦ. Демонстрация согласована, но сперва участники шествия отчитались о том, что придут всего 200 человек. Хотя организаторы сразу заявили, что готовы заплатить штраф, если к акции под названием «В защиту Петербурга» примкнут больше горожан. Они выступают не только против передачи САКИ, но и против застройки Пулковской обсерватории и объединения крупнейших библиотек страны. Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и Российской государственной библиотеки в Москве. Организация, в том числе материальная...